В воскресенье в Самарской области пасмурно, пройдет дождь. С температурой воздуха днем 7-11 с плюсом, ночью 4-6 выше 0. Ветер западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 9, ночью 5 выше 0, западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, температура воздуха днем плюс 11, ночью плюс 5, ветер западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 10, ночью 6 с плюсом, ветер западный 8 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.